Давай только фонтан. Не заезжать? Да, ну на всякий случай. Ну, ладно. Я, в принципе, отсюда могу ПГПшить и ПГшиками поставлять. Сориентироваться не можешь? Тебе ведь GPS не помог в ориентировании, то сейчас бы. Да, тут видимость хреновая, ни хрена не видно. Меня не идут. Это же мы. Не бомбить. Поставь номер на себя, номер на залип. Я пошел в атаку. Нам, короче, в белых зонах нужно зачистить. Просто зайти, если никого не будет, она захватывается. Или убить там на захвате. Они вроде перезахватываем, насколько я помню. Здесь хотя бы внимательно, маслята могут сидеть. Первый дом вижу. У меня же выпал. Ты убит или ты убит? Тебя убил. Он без санку ранит. Я вообще отходил, ты мне позвонили. Я наушники в ноль, короче, выхожу, а пацаны меня смотрят. Сейчас забыл. ЦПГ-ка, кстати. Это спидер был. Без портал гейминг. Пацан. Уйду на КВХ. Сейчас я КПшкой домик почищу. Вернее, РПГшка. И один, еще один. Кто так бы я. Это был я. Я тут себя ранил РПГшкой. Ой, какая форма. Яу!
Зону захватили? Да. Хорошо. У них какая форма, Паш? Я не знаю. Может, талибы. Может, нет. Там Тетус вроде убил кого-то, что сказать. Если он еще живой. Алло, я разваливаю триггер с ОБГ. Это я, не убей. Кто тут? Какая у них форма, скажи? Они эти, талибы. Принял. Кто? Да, это они, не мы. У нас такого нет. Питер живой? Ой. Плюс. Хатаба, скорее всего, накрыли. Не-не-не, это не в меня, это дальше меня было, от меня на 40. Понял. Короче, развалил у них двоих, у них еще двое остались. Это кочегары и... Нет, трое. Нам поставь кого-нибудь. Ты отвечай, да, спрашивай, где они. Да, они все, они двиг сделали, я у них еще одного парня убил, он ко мне выходит вплотную, и я его вольну уже. Потому что он на меня смотрит. Как ты мог? Да кого, он на меня выходит, смотрю, у него форма не наша, я смотрю, как это, гражданский, как мальчик. Они вообще так, нашел хатабы. Они как талибы, короче, в этих, в юбочках и этих, в лохонах. И как понял. Гражданский мальчик. Ага. По огонь. Со спины хатап. Это по кому зашивают? Убил? Это я зашиваю по кустам, потому что просто по мне шили, откуда мы пришли с парнем. Пойду посмотрю, смотри, я там слева опять чуть сюда. По кустам там аккуратнее, тут мы же находимся. А это совершенно недружественный огонь был. С АКМа по мне убили, Паш. Понял. Нет, это недружественный, там кто-то был стрелять. Да-да-да-да-да, свыше-выше. Он не в лесу, он выше. Выше и более западный. Кто тут свой. Черномазы понял, этих шапочках свернут. Ну все, я выдохся. Вообще стамины нету будет. А камешек убили? Да не, он живой еще по-любому. Хатап? Вроде бы живой еще, а нет. Я не знаю, как с этого стрелять, вообще с послухи. Мешает мне целиться сверху, так я балда. РПГшку спрячь. Он вверх по дороге, что ли? Может быть. Ну, может, свалил уже. Или вниз ушел. Пойду в лес спущусь. Вы пробуйте триггеры захватывать. Нашел его. Бил? От бедра, да. Красота. Что у него? Так и вверх у нас. В кепке в зеленую хрень. А, тоже ты. Не двигай меня, дай бинт взять у него. Да, а слушай. Алло. А,
они ничего не делают. Видим. Я уже второй раз меткит использую. У меня стамины нет, представляешь? Ну он кривенький был, сейчас посмотрим, кто это был. Катал. А, не прописал этот... Не прописал, нельзя посмотреть, кто это был. Не, имею в виду, при чем здесь Хатан, я Хатан дальше. Он хотел сказать, что кривенький ты. А, это я кривенький. А я вроде сегодня не пил, чем я был кривенький. А, я снаряду сколько? Последний, сейчас в дом засажу. Они, скорее всего, где-то в середине сидят вдвоем в одной точке и все. В смысле, еще где-то? Ну, у них еще двое должно быть, потому что мы сейчас одного вольнули просто как и двоих. А. У них на КМХ оставалось трое, и одного мы убили, еще два. Понял. А, понятно, я тебе дал, иди сейчас закину. Че? Один маяк вроде говорил собирался. Встретим. Ты бы с поля ушел? РПГшник ты наш. Да. Он это, до того как я. Ну, после того, как я второго. Отойди, я стреляю. Может мы на берег спустимся? Там какой-то взрыв. А, это делаю за нас. Понял. Зоня, то что было? Это РПГ. Нет, Зоня. А, нет, РПГ, это либо гранат, либо КБ. Бассейн граната была. Своя, да? Или нет? Не знаю. Я слышу, что это гранат. Куда-то тут один был точно. Остановись, дурашка. Остановись. Она не взорвалась. Аналогично. Паша, ты ГПш? Да. Так, маяк есть еще враг. Боишься КПшек? Да. СГП не дружу в армии. Стрельба? Да, тратит. Минус один. Отлично.